Так, вот это слева, справа сейчас выйдет за экран, это Каллисто Галилео, спутник Юпитера. Посередине Юпитер, ну и Европа Ганимед Ио. Да, что-то вроде светает, должно хуже быть видно, а оно даже лучше стало. Первое апреля. Ну да, видно Каллисто, вон он сейчас опять за край спрячется экрана. Да, Каллисто. Поймал его наконец-то. Справа Каллисто. Ну а дальше я там путаюсь. Крайне слева Ганимед. Крайне справа Каллисто. Еду Европа и Ива, это уже вопрос. 1 апреля 2019 год. Харьков. Время у нас 5:47 по Киеву. Ну, по-моему, неплохо получилось по качеству. Сатурн уже не фокусируется, слишком светло. Даже в кадр не хочет поднимается ветерок. Месяц, конечно, над горизонтом через плотные слои атмосферы виден не очень, но тем не менее, по-моему, красиво. Да, подъедь на остановку, которая возле Эльдорадо, я тут снимаю, хорошо? Напротив пожарки, понял? Все, давай. Ну, по-моему, хорошо. Не поймешь, предрассветный это ветер или просто от машин. В общем-то, нам без разницы. Снимаю по необходимости прямо возле дороги. Уже совсем светло у нас. Перевели вчера часы на летнее время. Выборы президента вчера состоялись, первый тур. Плюс 20 вчера было в Харькове. На летнее время и погоду перевели.
Даже летучих мышей я вчера поснимал, появились. 1 апреля 2019 год, Харьков.